Ровно год назад на этом месте, возле железнодорожного туннеля за Кучерганом, началась масштабная акция протеста. Жители Степановки и Павловки больше недели не покидали свой пост, требуя начать ремонт дороги Р-33. Весной 2019-го работы начались, однако до конца дело доведено не было. 8-километровый аварийный участок трассы, соединяющий 6 районов области, привели в проезжаемый вид за несколько месяцев. На первый взгляд, дорога от Кучергана до поворота на Раздельную уже готова. Осталось нанести разметку и оборудовать весовым комплексом, так как направление весьма популярно у перегруженных фур. Но местами на дорожном полотне уже видны небольшие вмятины. Местные жители говорят, ничего удивительного, поскольку ремонт еще не закончен. Впереди укладка защитного слоя. Правда, когда это будет, никто не знает. Это самые дорогие работы, это защитный слой, без которого просто 105 миллионов, которых уже освоили подрядчики, уже на эти деньги они выполнили работы, они просто до весны это напрасно потраченные деньги будут, потому что все специалисты в один голос говорят, что до весны эта дорога не доживет, если не положить слой в 5 сантиметров, вот самый дорогой защитный слой, ну и доделать там по мелочам осталось. Пока ясности нет, где эти деньги смогут найти, потому что подрядчики уехали и рассказали нам, то, что из 105 миллионов, которые они затратили, им выплатили всего 62 миллиона гривен. Если в ближайшее время работы на магистрали не будут продолжены, жители сел, через которые проходит трасса Р-33, готовы снова к бессрочному перекрытию. Пока же громада уже докладывала о проблеме новому нардепу от партии власти, надеются здесь на активную и эффективную позицию областного руководства. Планувалось використовувати ті кошти, які залишилися від дороги Одеса-Рені. От, і на це потрібно було там рішення Верховної Ради. І на сьогоднішній день, наскільки я знаю, що ці кошти, які залишилися від Одеса-Рені, вони перекинуті на дорогу на Маріуполь. І тому, мабуть, трошки нас хвилює ця ситуація, адже не зрозуміло, чи буде закінчена в цьому році ця дорога. Люди настроєні дуже серйозно, тому що всі розуміють, дорогу, якщо не достроїть, і в наступному році її розрушити, і знову потрібно все заново, проєкт, тендер, і це знову уйдуть роки просто. Ми ж говоримо просто за 8 кілометрів дорог, не за дорогу там Одеса-Рені, яка там більше 200 кілометрів, 8 кілометрів, за яку люди борються вже більше 15 років. Впрочем, участок трассы Р-33 далеко не единственный дорожный недострой в этих краях. В 500 метрах от главной дороги, ближе к границе с непризнанным Приднестровьем, в камышах стоят сваи под мост. Сооружение, по идее, должно соединять Степановку с селом Новокрасное. Строительство заморожено уже 10 лет. Весной вода в реке Кучерган поднимается, и достроенный мост значительно облегчил бы дорогу местным жителям. В этом году был поднят этот проект, и служба автомобильных дорог он коригувался. І з останньої інформації, що ми маємо, це те, що на сьогоднішній день вони збираються з цим проєктом подавати його на експертизу до Києва, для того, щоб і вважаємо, що є шанс. Він стоїть у нас в переліку об'єктів, який першочерговий з гідроспоруд. Нашлось ли место Степановскому мосту в списках первоочередных на ремонт, подготовленных Минфином, Министерством инфраструктуры и парламентским бюджетным комитетом, узнаем до конца этого года. Виталий Хемий, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».